Модель азербайджанской молодежной политики была принята Организацией Объединенных Наций. Опыт Азербайджана в этой сфере сегодня используется в ряде стран. Об этом заявил министр молодежи и спорта Азат Рагимов на 8-м форуме азербайджанской молодежи. Министр отметил, что современная молодежь принимает активное участие в международном сотрудничестве. Сегодня азербайджанская молодежь блестяще представляет нашу страну на мировых площадках. В Азербайджане действует свыше 300 молодежных организаций. Работа, проводящаяся совместными усилиями с данными организациями, с точки зрения осуществления молодежной политики, является очень важной. Модель молодежной политики Азербайджана была также принята ООН. Сегодня она успешно внедрена и в других странах. В работе 8-го форума азербайджанской молодежи приняли участие представители всех регионов Азербайджана, в том числе члены молодежных неправительственных организаций. Девиз форума этого года – «Наследники независимости. Будущее Азербайджана». Его основной целью является налаживание диалога между молодыми людьми разных стран. Сегодняшняя молодежь – это будущее Азербайджана. На сегодняшний день я очень рад, что наша молодежь развивается во всех сферах. И в экономике, и в политике, и в научных сферах. Можно это, пример, привести международные форумы. Я сам участвовал на различных международных форумах. В более 20 странах представлял Азербайджан. Я горжусь тем, что на сегодняшний день азербайджанская молодежь, она с каждым днем является активным, является, то есть, стимул патриотизма азербайджанской молодежи, которая уважает свою историю, которая уважает свою культуру и может преподносить мировому сообществу свою историю, свою культуру. По словам участников форума, современная азербайджанская молодежь старается сделать все возможное для того, чтобы быть достойными гражданами своей страны. Молодые люди активно участвуют в различных международных мероприятиях, охватывающих сферу политики, культуры и спорта. На данном форуме я представляю молодежь Кенджи. Сегодня азербайджанская молодежь воспитывается в духе патриотизма и любви к своей родине. Для нас на первом месте стоит защита ценностей азербайджанского народа и нашего государства. Я очень рад тому, что мне представилась такая возможность участвовать в столь важном для азербайджанской молодежи мероприятии. Я очень горжусь тем, что я азербайджанец. Азербайджанская молодежь всегда достигала поставленных перед собой задач. Сегодня все наши проекты с успехом реализуются. Молодому поколению Азербайджана уделяется большое внимание. Государство обеспечивает защиту наших прав и свобод. Где бы мы ни находились, мы всегда можем говорить о тех вопросах, которые нас волнуют, и открыто их обсуждать. Мы видим, что к нам прислушиваются, и наше мнение важно. Отметим, что первый форум азербайджанской молодежи был проведен в 1996 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. В этом году в форуме, проводящемся в республике раз в 3 года, приняли участие почти 2000 молодых людей. Эльнара Алиева, Рауф Гусейнов, CBC.